25-я решила многое поменять. Сборная Воронежской области 25-я. Сейчас выступаем на расслабоне. Так я не поняла, вы что здесь делаете? Так тема перестройка. Новые веяния, новый лидер. Допустим, вы-то здесь при чем? Ну просто прям перед игрой мне позвонил Путин. Говорит, Коль, ты что, больше в КВН не играешь? Я говорю, нет, мы выиграли, все. Он говорит, так что, мне теперь больше тебе не звонить? И что дальше? Ну, дальше, как обычно, всхлипывания, гудки. Хе-хей, 50-й юбилейный сезон не может пройти без меня! Так, вы сразу нет. Почему? Возьмите меня, со мной ваша команда станет популярной. Через год мы будем собирать стадионы. Ой, через год мы и так все будем собирать стадионы, потому что к Олимпиаде реально не успеваем. И вообще, давайте оба идите отсюда. Я вас после финала видеть не могу. А что не так? Чем вам финал не понравился? Нам всем понравился. Только вот судя по итоговым оценкам, мы в одном конкурсе вообще не участвовали. Жигуль, я тебе говорю, нормальная команда. Ты возьмешь себе рыжую, она внятная. Я себе Гитлера. Слышь, череп. Стопеллы. Вообще-то с 1 марта я попрошу называть меня господин череп. Как полицейских? Как мусоров. Здорово, здорово! Я дико извиняюсь. Че, фронтмен нужен? Ну да. Возьми меня, я реально помогу. Чем вы мне можете помочь? Правильно, хурму на рынке выбрать? А чем еще я могу помочь? Дим, ну вы же и так в этом сезоне учав. Я буду говорить только с капитаном. Вообще-то это я и есть. Чего ты мне паришь? Все, я не знаю, как выглядит капитан. Где женщина физически и интеллектуально похожая на меня? Не знаю, наверное, повесилась. Без тебя! Без тебя! Привет, Елёк! Неужели? А что здесь происходит? Что за флешмоб? А это мы, девочка, нового фронтмена выбираем. Не понял. А чем я вас не устраиваю? Ну, во-первых, вы пьете. А, во-вторых, курите. Караул. И, наконец, постоянно шляетесь по каким-то женщинам. Кого я обманываю? Ну чё, Илёк, снова стою одна, снова курю, мама. Вообще-то курить вредно. Так у меня электронные. Сигареты? Лёгкие. Ну всё, поехали. Когда-то визитной карточкой Советского Союза был балет. Русская балетная школа считается самой сильной и по сей день. Поэтому представьте Воронежское балетное училище. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три. О! Здорово! Ну чё, мать, это балетное училище? Я к вам поступать.
А, я так понимаю, вы когда к нам шли, отталкивались от слова «училище»? Ну да. Понятно. Вы вообще балетом увлекаетесь? Ну как? Ну голый у Лачкова видел! Так, ладно, со станком знакомы? Конечно! Он мне палец должен! Хорошо. Скажите, а какую бы вы хотели танцевать партию? Я хотел бы танцевать партию «Единая Россия». Вообще-то нет такой партии. Слышь, мать, ты бы сейчас по комнате подвигалась, а? Зачем? Ну как в движущуюся же мишень, сложнее попасть. Точно, я придумала. Мужчина, вам надо не в балет, а в биатлон. А меня-то точно возьмут? Ну, я чемпионат мира смотрела, поход туда сейчас всех берут. О, благодарствую! Дорогие друзья, все вы наверняка замечали, что у каждого человека рано или поздно наступает такая стадия алкогольного опьянения, когда ему начинает казаться, что он, ну, очень хорошо танцует. И вот знакомая всем ситуация, к концу подходит самый обычный корпоратив. Она с него не сводит глаз и молча льет в подушку слезы и пишет строчки о любви. И тут же жжет. Она еще не поняла, она еще вполне серьезно надеется и верит, что он подойдет. Забудь его, забудь, уйдет любовь как дым, ведь у него мечта. Юль, поехали домой. Юль, это я, Юль. Так, а что происходит-то? Нам надо ехать. Королева никуда не едет. Нам надо. Дина, ты езжай. Юля, я ее в таком состоянии не оставлю. Слышь, я первое состояние заметил, я ее забираю. А между прочим, у нее парень есть. Угу. И походу, она сейчас думает, что он во мне. Она слепа в любви своей, не слушая чужие сплетни. Да, Андрюх! Димон, поехали в клуб. Так мы и так в клубе. С приездом. И в общем безразлично. Ну что, Дим, пошутили и хватит. Ну ладно, как хватит-то, Юль? Шуток много не бывает. Ну еще одну, ладно? И все. Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, раз уж мы заговорили о Советском Союзе, хочется вспомнить лозунг тех лет, который был на всех спортивных соревнованиях. Быстрее, выше, сильнее. Но глядя на сегодняшние достижения наших спортсменов, хочется добавить к нему еще одно слово. Быстрее, выше, сильнее. Пожалуйста, а?